Собираться на площади перед Лучом Хостинцам не впервой. Здесь традиционно вместе отмечают все праздники. Но впервые за последние годы здесь всерьез заговорили о кино. Выставлены афиши, звучат песни и мелодии из фильмов. Через площадь пролегла красная дорожка. И, как стало известно, уже готов репертуар. Заключены соглашения с прокатчиками. 50% всех фильмов, которые будут показаны здесь, это отечественные кинофильмы. И мы с вами являемся свидетелями того, что сегодня отечественное кино возрождается. А это говорит о том, что наши муниципальные кинотеатры, и это еще будет один из муниципальных кинозалов города Сочи, будут востребованы нашими жителями. По красной дорожке идут не звезды, а жители района. Для них внутри и первое представление. Вальс под мелодии из отечественного кино. Здесь же первые фотографии Дома культуры. В этом году Луч отмечает 60 лет со дня открытия. Столько же выставленным в зале старым бобинам. Именно в таких перевозили киноленты. Сегодня же в аппаратной современная техника. Все оцифровано и автоматизировано. Теперь кинотеатр «Луч» будет предлагать тот же репертуар, что и вся сеть муниципальных кинозалов курорта.